Здравствуйте, ребята. Под вчерашним видео 3 июля мне как раз человек и спросил, а как 4 июля отмечают здесь вообще, как воспринимают, серьезно, несерьезно. Ну, что я могу вам сказать? Ну, во-первых, я думаю, за 200 лет или там уже с лишним, да, этот праздник уже утратил свое изначальное значение. Ну, все знают, что это День независимости, что это Декларация независимости в 1776 году и все такое. Но этот праздник празднуют, как отмечают, как обычно, и все остальные праздники. То есть ничего такого. Ну да, ну кто-то флаги там американские себе на дом вешает, может, на машину, еще куда-то. Но в основном, короче, люди собираются, там, друзья или семья собираются, или друзья и семья, ну, в общем, собираются компаниями, там, у кого-нибудь дома и жарят мясо, там, пьют пиво, я не знаю, может, что еще покрепче. Кто-то в парк едет тоже на пикник какой-нибудь, кто-то в отпуск небольшой едет, кто-то посещает друзей или родственников где-нибудь в другом штате, там улетает на 3-4 дня в маленький такой отпуск. Оно по-разному бывает. Все отмечают, но не то, что прям вот такой вот так взрыв патриотизма, там, о, там, Америка. Ну, просто обычный нормальный праздник отмечают, вот и все. Поэтому, ну, и мы тоже будем отмечать. Правда, вот сегодня, 4 июля, ну, если вам видно, то на дороге очень мало машин. Вот на встречу вообще никто не едет. Все отдыхают, у всех выходной. Вот, поехал только. Поток небольшой. Ну, там красный свет, на самом деле, был впереди. Небольшой поток все-таки есть. Ну, мы, например, сегодня отмечать ничего не будем. Просто хотим отдохнуть, посидеть дома, там, все. Ну, а завтра суббота, к нам приедут друзья. Я сейчас еду тут в магаз затариться немножко. К нам приедут друзья, и мы поедем. То есть мы не поедем, а мы будем тоже жарить мясо там у нас на заднем дворе, на гриле. Ну и все, будем просто отдыхать с музыкой, песни, пляски. Там уже видно будет. Ну так обычно и отмечаются. Кто-то просто отдыхает, кто-то празднует. Конечно же, здесь в Нью-Йорке большие салюты, и кто-то идет смотреть на салют. Кстати, очень много народу, обычно пробки не проедешь, потому что все едут смотреть салют. Ну как все, очень много людей, конечно, не все, но очень много людей едет смотреть салют. Зато вот смотрите, у ликерного алкогольного магазина есть машины. Их обычно не так много. Оно, конечно, и сейчас не так много, но обычно их меньше в одно время видно. Так что люди походу затариваются постепенно. Вот так вот и отмечают праздники здесь. Ну, в общем-то, ничего особенного. Но отмечают, зажигают, наливают. Так, кто мне тут звонит? Так, уже никто не звонит. Ну и ладно. Все равно какой-то неизвестный номер. Так, да, неизвестный номер, фиг с ними. Ну, в общем, короче, вот так вот отмечают праздники, господа. Все, вам всем счастливо оставаться. А я пошел за пивом. Это самый нормальный магазин. Здесь цены такие классные, самые низкие. Так что все, господа. Пойду сейчас затарюсь. О, меня вам было не видно. Пойду затарюсь. И вперед, как говорится.